9-летняя Валерия называет мамой свою родную бабушку. Та с самого рождения воспитывает девочку. Лера хорошо учится, посещает музыкальную школу и плавание, а в будущем мечтает освоить профессию стилиста. К поездке начала готовиться еще зимой. Уже освоила азы итальянского языка. Чао, это будет привет. До свидания будет аривидерчи. Меня зовут будет Микьяма Лера. За границу Лера отправляется впервые. До этого она отдыхала только в Ясиноватском детском лагере и на Азовском побережье. Но от поездки в Италию ожидает гораздо большего. Сходить там на море, купить сувенир в Италии, познакомиться с новыми людьми. Завести там новых друзей. Бабушка девочки признается, отпускать ребенка в столь дальнюю поездку немного опасается. Особенно ее волнуют авиаперелеты, но возможность упускать не хочет, ведь на такую поездку самостоятельно денег не накопить. В среднем подобное путешествие обходится более чем в 20 тысяч гривен. Удивительно, что бесплатно абсолютно, единственное, ну, за документ это там чепуха, а так полностью все оплачивает город и страховку, все наш город, плюс в Италии и греко-католический храм. Всего в Таранто отправится 15 детей от 9 до 12 лет. В Италии ребята будут жить в семьях моряков, шахтеров и металлургов. Для донецких школьников организуют морские купания, экскурсии, походы в зоопарк, кафе и на ипподром. Но сами дети больше всего хотят подружиться с итальянцами. Хочу поехать для того, чтобы познакомиться с новыми друзьями и узнать, как они живут. И и куда-то поехать. Там будет очень красиво. Я ожидаю, что мы будем каждый день ходить, узнавать что-то новое. Я думаю, что я смогу общаться без трудностей. В поездке группу детей сопровождают и представители горсовета. Ежедневно они навещают ребят, помогают им адаптироваться и проверяют качество их проживания в семьях. Очень тепло относятся итальянцы к нашим детям и вообще вот, они обязательно опекают и после того, как уже поездка заканчивается. И вот в течение всего года подарки, звонки, телефонные звонки, интернет. Бесплатные поездки в Италию уже стали ежегодной традицией, рассказывают в Донецком горсовете. Программа стартовала еще в 2002-м. Тогда в Таранто отправились дети погибших шахтеров. Теперь в гости к итальянцам ездят и ребята, лишенные родительской опеки, и сироты. Екатерина Параханяк, Руслан Новиков, Василий Дмитриев, «Панорама».